Макар и Льюса приехали в аквапарк. Кути, Бали. Льюса, ты куда пошла? Побежала. Смотрите, тут выдают специальные жилеты для детишек разного размера, чтобы была полная безопасность. Очень много растительности, чтобы был тенечек, и дети могли играть целый день на площадке. Тут вот эта ведерко наполняется и с периодичностью выливается. Застрял дядечка. Сейчас пойду искать Макарушку или Юшу. Вот и чаша. Тут очень много спасателей, очень много бэбиситеров, чтобы следить за детской безопасностью. Потому что это самый главный критерий в таких местах. Видите, как они одеты полностью от жары и от воды укрыты. Сейчас чаша уже наполнится и перевернется. Где же Макарушка? Вон переворачивается чаша. Саша, где Льюша, Макар? Макарушка! Классно, да? Где наши дети? Вон, 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 Лия побежала, побежала. Льюша! Макарушка! Чаша перевернулась. А вот и Макар едет. Давай, давай, сына. Супер, выходи. Пойдем дальше смотреть, что тут есть.